Светлана Богданова считает, что Ленинский район – сердце Самары. Набережная, Струковский сад, музеи и театры – достопримечательности на открытках, которые высылают родным и близким. Осталось благоустроить сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской. В этом районе мы проживаем лет 20 уже. Вот у нас здесь родился ребенок, вот уже школу заканчивает. И поэтому нам важно, чтобы здесь было чисто и красиво. Проголосуйте, пожалуйста, чтобы именно эту территорию привели в порядок, чтобы сделали ее красивой. Это же благоприятная наша комфортная среда. Здесь очень много детей любят этот район, пожилых людей. Мы очень любим свой город, мы очень любим наш район. И я буду голосовать, и вся моя семья будет голосовать. Я думаю, что жители этого района откликнутся обязательно. По проекту в сквере предусмотрены парклеты, объединяющие в себе скамейки и цветник. Чтобы создать единую стилистику с близлежащей Самарской площадью, предлагается высадить много хвои и декоративных злаковых. Все пешеходные зоны будут освещенными с выложенной тротуарной плиткой. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и проекта «Комфортная городская среда» отремонтировано более 1000 дворовых территорий и 470 общественных мест. Данное место интересно, потому что оно находится на центральной улице города Самара. Ленинский район является сердцем Самары. Я призываю всех жителей проголосовать за эту территорию, чтобы сделать ее красивой, современной и зеленой. Отдать свой голос за благоустройство сквера на пересечении Ярмарочной и Самарской может любой житель города. Голосование началось 26 апреля и завершится 30 мая этого года на платформе 63.городсреда.ру. Объекты с наибольшим количеством голосов попадут в перечень территорий для благоустройства.